Мир ты посмотри и поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты, это сад, это дом из мечты. Приходи в этот дом, станем мы с тобой мечтать, как бы облако на радугу поймать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивителен и мил. Мерилка. Мум, то есть мам, ты с кем-то поссорилась? Если только с этой вазой. Жалко, а я мерилку сочинил. Я бычок и ты бычок, разожми свой кулачок. Перестань копытом бить, снова будем мы дружить. Хорошая? Отличная. Даже жалко, что мне ни с кем не надо мириться. Может, она во дворе кому-нибудь пригодится? Спасибо, Мум! Кстати, отличная тарелка. Значит, все-таки тарелка. Я бычок, и ты бычок. Бо, давай с нами. Минуточку. Как дела? Хорошо, Бо. Сегодня все такие послушные. И что, никто не ссорится? А Федя? А Федя мой просто золото. Это плохо. Оп! На! Нет! Да! Да что же это такое? Вот где я проверю свою мерилку. Молодец, Зо! Вот это удар! 1-0 в мою пользу. Прости, Зо, мир во всем мире требует жертв. Сейчас мы поссоримся. Папа Бык, чемпион, выходи на стадион. Му-му, му-му-му, му-му, му-му-му. Папа Бык, папа Бык, чемпион. Я бычок и ты бычок. 1-1. Это нечестно, так нельзя. Это спорт, Зо. Надо уметь проигрывать. Это плохой спорт, и я в него не играю. И с тобой я тоже не играю. Футбол плохой? Да он отличный. Я бычок, и ты бычок. Разожми свой кулачок. Зо, я... Да ты-то тут при чем? Ты видел этот гол? Иди и скажи папе, что он не прав. Папа, ты... А что я, сынок? Вроде все правильно сказал. Как по-другому объяснить-то? Дорогие мои, пора. Ой, кажется, тут кто-то поссорился. Мерилку применял? Нет, они меня даже не слушают. Ну, это мы организуем. Дорогой, Зо, подойдите, пожалуйста. Бог хочет вам что-то сказать.
Это из-за меня. Это я. Я. Я бычок, и ты бычок. Я бычок, и ты бычок. Разожми свой кулачок. Перестань копыта бить. Снова будем мы дружить. Простите меня, пожалуйста. Это я вас поссорил. Я просто хотел проверить свою мерилку. Ну что ты, это вы меня простите, ребята. Что-то я увлекся. Нет, это я. Я начала ругаться. Папа, Бо, извините меня. Давайте мириться. Я бычок, и ты бычок. Ну, вообще-то сейчас моя очередь. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. Кому-то явно нужна помощь. Твоя помощь, Бо.